Члены Тверской общественной палаты и представители администрации Твери проинспектировали ход ремонтных работ главной пешеходной улицы областной столицы. О результатах этого визита и мнения тверичан рассказывает наш корреспондент Ирина Синягина. Работы на улице Трехсвязка еще идут полным ходом. Сзади меня можно увидеть большое скопление строительной техники. В начале улицы гранит уже уложен. Однако в конце объекта, который подлежит ремонту в этом году, из покрытия лишь гравий. Гранит по-прежнему лежит упакованный по бокам улицы. Для тверичан, особенно молодого поколения, улица Трехсвязка считается одной из любимых. Поэтому затянувшийся ремонт вызывает неоднозначные эмоции. Очень популярное место у местных жителей. И хотелось бы, чтобы закончили побыстрее, и чтобы мы могли здесь проводить время. Пока неоднозначно. Очень долго идет. Очень долго, но надеемся, что все будет хорошо. Это дело все идет очень долго. Нет возможности ни людям пройти, ничего. Либо вывесить надо было ограничения и знаки, что проход запрещен и так далее. Хотя бы вывесили план объекта, для какой цели, когда это было началось, когда завершится и так далее. Нарушение сроков ремонтных работ волнует и общественную палату Тверской области. Общественники уже второй раз организуют выездную комиссию, чтобы осмотреть объект. Конечно, это создает множество неудобств для непосредственно для жителей города. Социальное напряжение присутствует. Здесь много действительно, скажем, проблем возникающих, да, и привлекательность центра города в сезон, скажем так, страдает, да. И бизнес-сообщество, малое и среднее предпринимательство вот за этот период. Насколько я знаю, что 4 или 6 организаций вынуждены были прекратить свою деятельность. Не устраивает общественность и качество проводимых работ. И частично эти нарекания разделяют и представители исполнительной власти. Качество не удовлетворяет нас. Поэтому выходим ежедневно, многократно, с подрядной организацией отрабатываем. Меняем в том числе проектные материалы, которые использовались для улучшения качества. И, в принципе, сейчас уже есть некие итоговые решения. О сроках завершения реконструкции Тверского Арбата представители администрации города высказываются неоднозначно. У нас будет задержка. В каком плане? У нас Трехсвязка сейчас завязана не только на комфортную среду, как национальный проект, но еще и на туркод. Арт-объект Тачалова, размещение арт-объекта, и фонтан, под который сейчас копается. Эти объекты будут реализованы в более поздний срок. Они являются, в общем-то, ключевыми в этом объекте. Представители общественной палаты также затронули вопросы о ремонте бульвара Радищева. Здесь работы должны быть завершены до конца сентября. Две бригады работают на бульваре Радищева от Тверского проспекта до Свободного переулка. То есть 2 недели нам достаточный срок для того, чтобы завершить. Остается надеяться, что в этом году тверичане и гости города все-таки смогут прогуляться по обновленному участку главной пешеходной улицы Твери.